nije, ne? Neće se biti. Da. Уже не первый год, 1 сентября, мы собираемся возле родной школы, чтобы услышать торжественный и волнующий первый звонок. После долголетней разлуки мы рады видеть родные лица учителей и одноклассников. Но сегодня на нашей линейке присутствуют и новые лица. Это первоклассники и их родители, которые пришли проводить своих детей в новую для них школьную жизнь. У малышей в руках букеты, в портфеле книжки и конфеты. Кто в первый раз пришел на праздник? Знакомьтесь, это первоклассник. Дорогие первоклассники, сегодня все слова для вас, ведь первый класс вы в первый раз. Для вас готов просторный класс, а как поздравить его нас? Мы приветствуем наших первоклассников. Первый А-класс. Рядом с ними Колганова Майя Анатольевна, мастер своего дела, выпустила несколько поколений учеников, которые с любовью и уважением вспоминают свою первую учительницу. Первый Б-класс и первая учительница Самойлова Валерия Владимировна. Творческая личность, опытный педагог. Ее воспитанники дружные, веселые и добрые ребята. Первый класс и планы шагают, все впервые для нас. Форма и портрет, здесь резинку тайной. Мамы вытирают, это и малыши, школьники теперь сегодня школа. Учиться в школу. В школе некогда играть. Здесь книжки буду я читать. Удивлялась утка мама, когда я в игости успел. Я сегодня взрослый школьник, а был вчера малыш постарел. Мама, папа, дед и брат на линейке вля стоят, словно тянут Таня репу, а они в школу ведут бег. Папа, вычисти мне туфли и костюм погладил дед. Должен я, как первоклассник, быть с иголочки один. Игрушки отданы сестрички, в базе новая хозяйка. Учу я букваря странички, чтоб стать отличницей, все знают. Здесь лежит другая, наступник у меня. Ой, мама дорогая, а позже дочь я. Чисти мой большой портфель, забирай целый день, а потом мне книжки снизь, замеши и положи. Не буду я лениться, все буду успевать. Хочу я научиться читать, писать, считать. Почему-то мама с папой так вас нагнали, словно вместо меня школу первый раз забрать. Наш первый, самый-самый, зеленый-зеленый замок. Домой идите, мама, пора на урок. Это чудесный, светлый день. Школа на выходе, не лезь. Говорим, уйдет ты класс, принимай радостно нас. Мы обещаем не лениться, без опоздания приходить. Стараться всему учиться и школьную семью любить.
первоклассники, мы поздравляем вас с началом школьной жизни. Старайтесь учиться, берегите честь школы и приумножайте ее добрую славу. Примите от нас подарки. Сегодня и грустный, и веселый, всеобщий праздник, знаний день. Ведь с ним сегодня настает и наш последний школьный год. Всего полчаса, и первый звонок нас позовет опять на урок. Школьные двери вновь распахнутся, завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. С праздником мы поздравляем всех вас! Fire!
чистый звонок. Вот и сейчас он с нетерпением ждет оповестить всех, собравшихся о начале нового учебного года. Почетное право дать первый в этом учебном году звонок предоставляется учащемуся 11 А класса Терешенкову Владиславу и ученице 1 А класса Решетняк Валерии. Веселый звонкий, технорог поторопи своим звучанием громким. Звени, звонок, залейся звонкой трелью. На праздник знаний мы идем, открой нам школу двери. Классы, внимание, флаг Украины вынести. Посвященная Дню знаний, объявляется закрытой. Успехов в учебе, здоровья, всего самого хорошего!